Я думал, коммунисты будут злорадствовать и говорить про Кипр. Они одним мазком. Мол, что-то там случилось, а в основном опять начинают говорить, как у нас плохо. Когда депутат Романов был шум в зале, это не шум, потому что депутаты шумят, а потому что надоело слушать вас. Вы же одно и то же 100 лет нам говорите. И при царе плохо, и при советской власти, и сейчас. Чего это перечислять все? Мы это все знаем без вас уже. То же самое делает «Эхо Москвы» и «Московский комсомолец». День и ночь поливают грязью всю страну. Но вам нам трудно заткнуть глотку. Давайте заткнем глотку «Московскому комсомольцу» и «Эхо Москвы». Потому что это два... Это «Эхо» не Москвы, это «Эхо Вашингтона». Это не «Московский комсомолец», это «Нью-Йоркский комсомолец». Теперь то, что произошло на Кипре. Вот вам от своих большевиков избавились, вот вам брюссельские большевики. Выход какой? Конфискация. А кто научил? Ленинские большевики. Как выходить из ситуации? Нету денег, надо отобрать деньги у населения. Мы не можем злорадствовать, потому что даже если это деньги, там в основном наши вкладчики, хотя там есть и британские, и французские, но, наверное, не меньше трети. Но это деньги нашей страны. Как бы они здесь ни заработали, это деньги выведены из экономики нашей страны. Почему выведены? Потому что мы последние 20 лет страна борется. Вернутся коммунисты, не вернутся. Экономикой не занимались. А занимались тем, чтобы оставить Ельцина у власти. А за это банкиры попросили заплатить им. Вот он... Гайдар и Ельцин устраивают нам 92-й год, отпускают цены. Ударили по всем деньгам. У меня было 100 тысяч советских рублей. 10 «Жигули». На болт не оставили. На болт. 98-й год, еще раз, уже Ельцин и Чубайс ударили. В 6 раз все наши деньги уменьшились. Тогда что будут делать те, кто получил хорошие деньги? Естественно, будут вывозить поближе Кипр, который объявил себя островом офшорная зона. Поэтому виновато государство российское в том, что граждане боятся собственного государства, как боялись советской власти и стремились уехать из нашей страны. И как открыли ворота, миллионы уехали. Миллионы, больше 10 миллионов находятся за рубежом. Остались водопроводчики и сантехники. А у кого мозги и деньги, сразу упаковали чемоданы. А это ум, интеллект страны. Это они должны были создавать экономику. А деньги на Кипр, а они за границу, в Лондон, Нью-Йорк. Так кто же будет создавать здоровую экономику? И опять выходят левые, опять стонут. Это плохо, это плохо, это плохо. Ну так управляйте. У вас же было правительство левое, Примаков. Он вас просил не мешать ему работать. Вы устроили импичмент Ельцину. Получился ваш импичмент. Вы сами его испугались. Поэтому что надо делать? ЛДПР еще задолго до кризиса Кипра предлагала объявить всеобщую финансовую амнистию. С этой трибуны в 98-м году я выступал. Чего не поддержали? У левых было большинство. Они импичмент завалили, не хотели импичмента. И амнистии не хотели никакой. Это вот все проблема наша с вами. А если бы мы объявили всеобщую амнистию, деньги были бы здесь. Но этого мало. Амнистировать. Я и сейчас предлагаю с этой трибуны объявить немедленно всеобщую финансовую, экономическую, налоговую, земельную, дачную, миграционную, имущественную, тотальную амнистию по всем позициям. И все простить всем, все закрыть, все уголовные дела, всех бизнесменов выпустить из тюрем, всех вернуть из-за границы, но при этом гарантировать на 100% банковскую тайну. Хотя бы в двух банках. Там Сбербанк, Нештурбанк, пускай правительство определит. Полностью, 100%. Никто не имеет права ничего сообщать. И отменить все декларации о доходах и расходах. Все. Для всех. Будет уголовное дело, занимайтесь в рамках уголовного дела. Вот Михеев, сняли неприкосновенность, пусть решают с ним его судьбу. Вот на очереди Чепа и Петров, «Справедливая Россия». Видите, их никого нет. Спасают евро, все убежали. Вся фракция убежала спасать евро. Вот вам половина Совета Федерации имеют деньги там,
весь Кипр в их деньгах. А что делал Миронов, будучи председателем этой палаты? Ничего не делал. Покрывал всех, кто деньги хранит, и продолжают заниматься бизнесом и сегодня, грубо нарушая наши законы. Поэтому здесь все, что надо, ЛДПР предлагала. И еще раз предлагаем немедленно объявить всеобщую амнистию. Тогда все капиталы вернутся, и жестко гарантировать, если надо в Конституцию внести поправку, что государство российское гарантирует тайну банковских вкладов. И перекрыть, так сказать, кислород таким враждебным средством массовой информации, как я уже говорил. «Московский комсомолец», «Новая газета» добавить можно, радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь». Вот они день и ночь поливают грязью. Я вам говорил, такая реплика из Антона Орех. Все фракции облил грязью с ног до головы. Вчера включаю этот безумец, музыкальный критик Троицкий. Опять страна очумелая, все плохо, здесь все плохо, везде лучше. Слушай, ну уезжай, если такая страшная страна. Чего ты здесь живешь? Ты там никому не нужен. Бомж будешь, на гитаре будешь в переходах Нью-Йорка сидеть. Но кто дал право государственному радио каждый день с утра до вечера поливать грязью собственную страну? Где Митрофанов? Комитет по информационной политике. Немедленно вызвать на ковер хозяина «Эхо Москвы», владельца МК, «Дождь» и «Новая газета». Это мы должны делать, меры принимать. А здесь мы предлагали. В чем прелесть ЛДПР? Мы не охаиваем страну. Это наша страна. Мы ее не черним никогда. Мы не копаемся в чужом белье. Там сидят олигархи. В «Справедливой России», посмотрите, пустая фракция. Вы видите? Коммунисты молодцы, частично сбежали евро спасать. Там 100% побежали, евро упаковывают сейчас. Во всех обменниках стоят, кто депутаты «Справедливой России». Это вот все. Митрофанов стоит с плакатом у редакции газеты МК и требует закрытия газеты. Вот это все проблема. Поэтому мы с вами виноваты, сидящие в этом зале. Потому что мы с вами не приняли тех нормативных актов, по которым люди были бы в безопасности. Вы поймите, какое бы ни было происхождение денег, нам с вами выгодно, чтобы они были здесь. Ибо они укрепляют нашу банковскую систему. В мире 30 триллионов свободных евро. И они сидят во всех офшорных зонах. И там частично и наши деньги с вами. Но у европейцев это лишние деньги. У них все построено. Все сделано. Это уже та прибыль, которую некуда девать. И они ее загоняют туда подальше, чтобы она там отлежалась. Ведь процент на депозит на Кипре 0,4. Позор! 0,5% не дают. Наши великие банки, замечательная банка, 9,8, а было 18. 18% такого в истории банковского дела не было. Но боятся, потому что есть Пономаревы, Гудковы, там, какой-то там Пахоменко и так далее. И чем они занимаются? Все вынюхивают. Высматривают, кто где, как живет. Павлики Морозовы появились. Значит, надо их отлавливать по лесам снова. Пошел Павлик и не вернулся больше. Это написал Тимур Гайдар, кто там автор этого так сказать, великого произведения. Мы же учили его. Великий подвиг пионера Павлика Морозова. Кое-где памятники стоят. Вот они новые, Пономаревы. Кстати, у Пономарева дедушка, секретарь ЦК КПСС. Это никуда не девается. Яблоко от яблони падает недалеко. А у Удальцова дедушка, организатор первой русской революции. Копните Гусева, и там следы ортодоксов-коммунистов, так сказать. Тот же Венедиктов преподавал историю СССР, захлебывался, говорил о Сталине, а теперь проклинают Сталина. Я ярый антисталинист, но если Сталин хотя бы на 5% уничтожал ту пятую колонну, которая снова восстала здесь. В этой части на 5-10% он был прав. Только каленым железом. Что не понимают троцкисты новые. Они снова осмелели.
И прав Геннадий Андреевич, вычищая свою партию от троцкистов. Мы должны быть ему благодарны. Остались честные, скромные коммунисты. Сидят, ничего не просят. Упакованы по горлу. Добавьте 30 секунд. Поэтому я бы хотел, чтобы мы объявили амнистию. Это спасение русского рубля, наших триллионов денег наших. Это целый бюджет, минимум целый бюджет гуляет за границей. Вот вам деньги. Это 12 триллионов у нас бюджет, и мы все вернем сюда. И они хотят, они устали. Я с ними разговаривал, говорит, вот нам надоело это за границей. Вернемся, только гарантируйте нам свободу. Закройте все уголовные дела. Им опротивило там. Спасибо, Владимир Вольфович. Спасибо.